Успели, суки. Значит, будет драка. Жень, будет, не будет. Твоя это свадьба. Да я думаю, не твои похороны. Будь и мама, боже мой. Не как сам белый король вещей птицы к нам прилетел. Какими судьбами? А сами-то какими? Чай, пойди по мою душу пришли. А если и так, то что? Не сейчас, братва. Здесь другие дожидаются. Доброго здравия, Эдуард Васильевич. Вам тоже. Рад видеть. Я тоже. Здорово, бродяги. Чё-то смотрю, какие-то серьезные вы. Чё, разборки хотите устроить? Да так, прогуливаемся. Давай с нами, не прогадаешь. Почему они остановились? Трещат чё-то. О чем трещат? Кто это? Чапай в него погонял. Мутный пассажир. Мы его с Кирпиченко, когда пресекли, угостили белой комнатой. Ну? Ну, вроде понял. С вами говоришь? Ну да. А ежели не соглашусь? Тогда вы, Вене, отойди в сторону. Вон к стене притулись и усохни. Да уж больно здесь хорошо. Солнышко он греет. А ты мне к стене, неправильно это. Ты чего добиваешься? Да не хочу, чтобы мы перед краснозадами клоунами выступали. Вон они, уже портеры заняли. Смотрят, суки. Вижу, как понял. Плохо работаете. Так что давай эту мутку по-тихому разрулим и разбежимся по хатам. Ты чё, конь, разводить нас вздумал? Ты кому лапшу на уши вешай? Угомонись, Балу. Я его знаю. Рад тебя видеть, Чапай. Здорово, Брико. Ты чё, с ними? Да нет. Это они со мной. Понял. Смотри, залыбился. Гнида. Но я прищу его. Это... На базар времени нет. Ты скажи, ты с нами? Нет, отойди в сторону. Ты ж при делах. Ну, чё за чужих мазать и тянуть? С вами-то, конечно, побойчей будет. Базара нет. Вон их сколько. Паровым катком проедете и не заметите. Ха, ну вот видишь. Да беспредел-то, понимаешь? Чё правильно я скажу? Маляву потом пошлют. К ответу подтянут. Не подтянут. Кто сильнее, тот и прав. Скажи, деда гасить по полной программе будете? Нет, не по полной. Так, помнем немножко. Глядим еще. Мутное дело. Ну что, братва, новому смотрящему присягать будете? Вот делов-то. Нормально все понял, бродяга. Видать, не дурак. Так говоришь, победители не судят? Точно не судят. Никогда. Кто сильнее, тот и прав. Верно. А кто сильнее? Как думаешь? Не знаю. Ну, сейчас мы это и выясним. Как это понимать? Что ваш подопечный вытворяет? Проходите, сучара! Зарежу! Не торопись. Это его дело, он справится. Чё, сука? Значит, он тебя не так понял. А может быть, так понял? Опасно играешь. Чё радуешься? Сочувствую. Сочувствуешь? У тебя таких защитников не будет. Поверь мне. А ты боец.